девчонки приехали к моему родному брату. Он живет в частном секторе. Приехали переобувать нашу машину. Сейчас покажу, какая у него красота. Он у меня мастер на все руки. Руки золотые. Делает, знаете, красивые очень вещи из дерева. Качели, вот всякое. Очень у них красиво. Ну, руки золотые. Сейчас покажу, сами все увидите. Смотрите, какая мельница. Просто обалденная. Это он уже на продажу сделал. Сейчас покажу, у него такая же стоит во дворе. Вон столик какой красивый. Он нигде не учится, самоучка. Очень красиво все делает. Двери он сам сделал деревянные. Это человек, который этому не учился. Сейчас покажу вам еще, какая красота в саду. Не в саду, а во дворе. Очень-очень красиво. Смотрите, какие. Как вам снять? Заказал вот этих вот птиц. Такую корягу притащил. Лаком вскрыл. Классно. Вот когда здесь такие красивые цветы у Любы, когда все цветет, я вам тоже сниму. Очень красиво. Очень-очень ребята красиво делают. Может, кто-то захочет, кто живет. Смотрите, какая качеля. Это все своими руками. Такую качелю вы нигде не купите, ни в каком маркете. Все они там. Это добротная, сделанная. Видите, как все. В общем, красота. Ляпота. Очень здесь красиво, знаете. Очень-очень красиво летом. Когда везде тут у Любы все цветет. Розы, клематис. Ой, такие красивые. Это настолько я сниму. Обязательно покажу всю красоту. У него руки золотые. Он не может без дела. Что-то делает, делает. Классно. Вот это вот его мельничка. Вот будет еще бассейн. Там у него лилии. Такие розовые. В общем, летом здесь просто обалденно. И он недорого так продает. Ну, я не знаю. У него ехали какие-то богатые такие, увидели во дворе, заказали, купили и качелю, и вот такую вот мельничку. Прямо вот это внес, это вторая его стоит. У него прямо вот забрали с этих камней мельницу. Говорит, продай мне прям вот это. Он себе сделал новую. Очень красиво девочки все делают. А это какая классная, мне так нравится. Колеса, помоем машину. А вот, вот девчонки в гараже, он делает новую качелю. Посмотрите, эта качеля выдержит десятерых таких, как я. Может быть, кто-то, кто живет недалеко или захочет такую. Продает он недорого. Но делает очень-очень на совесть, добротно. Сейчас я выключаюсь. Подожди. Вот такая красота. А вот так, девочки. Смотрите, мельничка. Я покажу вам летом, какая красота.
Может, кто захочет, то поблизости такую красоту. Все, мы уже едем на мойку. Будем мыть машинку. Девчонки, мы уже приехали домой, переобули машину, немножко ее помыли и заехали в маркет, скупили. Сейчас покажу, что купили. Купили молоко, кефир, овощи мексиканские, мороженые, замороженные, набор, смесь и с грибами. Будем рис готовить, булгур, сливочного масла пачку взяла, немножко будем добавлять. Зеленый чай допила, купила с лаймом, томатного сока и сарделек. Сейчас поставила варить яйца, пообедаем, а то уже третий час только вернулись. Третий час дня уже. И буду делать... Ну что, девчоночки, делаем сегодня зарядку. Давайте разомнемся. Я вчера так хорошо позанималась. У меня все мышцы сегодня болели так, что я не могу ни присесть, ни сесть. О! Все чувствую и на спине, и руки. Давайте это упражнение со школы. Вперед делаем. Мельничку. Назад. Вот как назад делаю, все хрустит. Снова вперед. Снова назад. Вот еще такое. Очень хорошие руки. Плечи и вот эти вот мышцы. Просто не надо ничего. А вы попробуйте, вы только их напрягаете при прощании. Будем наклоняться до самого пола, кто может стараться. А еще есть такое очень хорошее. Как будто мы поднимаем мяч и ложим его на полку. Тянемся. Прям вот. Представляем, что у нас в руках мяч. Мы поднимаем его и ложим. Возьмем. Положили. Возьмем. Положили. Ой, еще очень хорошая. Спина, холка, шея. Запрокидываем голову назад. И как будто бы ловим. Ну, напрягаем руки.
девочки. Бутылочка, гирька моя. Берем две гирьки. Вы знаете, может, я погорячилась полтора литровыми. Может, кто-то пол-литра лучше. Потому что полтора на руки очень чувствуется. Реально чувствуется. Чтобы ручки немножко отдохнули. У меня они с водой, девочки. Смотрите, полные. Тяжело. Но уже не буду менять. Буду с ними заниматься. Еще руки покачала, чтобы спинные мышцы. Хоть немножко. Сначала эту сторону проработаем. Вы знаете, я на видео увидела, что я неправильно делаю планку. Когда ложись, это должно быть ровненько, а я какая-то. И вот это болят ноги. Мы как бы не до конца же приседаем. В полуприседе, девочки. Так больше мышцы напрягают. И спереди, и сзади. Немножко руки. Плечи не напрягайте. Свободно. И мое любимое упражнение для спины. Плечи.
что, девчонки? Немножко покачаем. И пресс. Ну, пресс я еще не могу. А вот так могу. Ноги не кладем на пол, а держим. Ой, очень тяжело. Подержим ноги. Сколько сможем. Делаем ножницы. Ну и, девчоночки, планочку. Сейчас нужно правильно лечь. Ой, мышцы все болят. Первых два дня ничего не чувствовала. А теперь мышцы очень болят. Сегодня все.